появляется возможность ходить в промежуточные точки. Если тут изначально было 4, да, по сторонам, тут уже больше. То есть вариации перемещения уже идут, можно не на среднюю точку походить, а сразу на, ну, то есть сюда. Вот, видите, траектория. Срезать сюда, либо на соседнюю. То есть возможность перемещения уже увеличилась. Вплетение связки удары ног.